Здравствуйте, дорогие любители годных ICO! Сегодня мы с вами рассмотрим проект Bixy. Это криптовалютная биржа. Итак, мы видим, что ICO начнется через 16 дней, 3 часа, 1 минуту и 17 секунд. Есть ссылка на white list, на white paper, на light paper. Итак, компания заявляет, что создаст платформу с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, который позволит осуществлять обмены как с фиатной валютой, так и с криптовалютой. Заданием Bixy является предоставление гладкого и элегантного опыта для всех пользователей. Целью компании является создание доступной платформы, которая будет работать как универсальная биржа, в которой пользователям не нужно будет обращаться к какой-либо другой платформе, если они хотят торговать криптовалютами. Чтобы предоставить эту возможность своим пользователям, Bixy намерена предоставить большой набор инструментов и услуг, чтобы помочь пользователям, когда они будут работать на платформе. Компания считает, что очень важно беспокоиться о всех типах клиентов, от новичков до экспертов. Поэтому Bixy может обеспечить хороший пользовательский опыт для всех. Сейчас уже существует демо-версия. Так будет выглядеть десктоп. И здесь представлены особенности проекта. Давайте посмотрим, как это будет все работать. Компания работает как криптовалютная биржа, и у нее много интересных функций, которые привлекут инвесторов. Одна из них – программа лояльности, которая вознаграждает за токен холдинг, то есть за то, что у вас находятся токены данного проекта, и продолжение пользоваться услугами компании. То есть, если вы пользуетесь услугами, у вас есть токены, вас будут вознаграждать. С помощью программ лояльности вы можете получать ежемесячные вознаграждения на основе количества токенов, которые у вас есть, и в транзакциях, совершенных на платформе. Вот здесь это очень хорошо описано. Компания также предлагает круглосуточную поддержку. То есть 24/7 мы с вами видим, которая поддерживает чат, лайв-чат и глобальный охват с поддержкой многих языков во всем мире и время отклика 24 часа и меньше. Безопасность также является приоритетом этой компании, поскольку она использует автоматическую переадресацию IP-адресов, технологию шифрования и средства для обеспечения конфиденциальности и целостности сети. Кроме того, платформа имеет высокую производительность и транзакции очень и очень быстрые. Bixy построена для долгосрочного масштабирования и имеет балансировку ресурсов, которые могут использоваться с автоматизированной системой масштабирования компании. Если Bixy будет расти слишком быстро, это не будет проблемой для компании. То есть огромное количество у платформы преимуществ. Даже я не знаю, ну в одно видео это вряд ли уместится, поэтому давайте с вами, чтобы не затягивать сегодняшнее видео, остановимся и в следующий раз, в следующем видео уже рассмотрим более подробно проект. А на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.